Стеклянный чайник с подсветкой для дома, работы или дачи. Сегодня в обзоре электрический чайник StarVent SKG-1053. В фирменной коробке лежат сам чайник, подставка, инструкции и гарантийный талон. Корпус сделан из термостойкого стекла и пластика. Пластиковая ручка не нагревается во время работы. В ее верхней части расположена кнопка включения. Крышка открывается нажатием на кнопку, которая также находится на рукояти. Широкое горлышко облегчает наполнение чайника и его чистку. Прибор стоит на вращающейся подставке и может поворачиваться на 360 градусов. Также чайник оснащен синей подсветкой и удобным индикатором уровня воды. Фильтр от накипи здесь не предусмотрен, поэтому лучше использовать фильтрованную воду. Мощность прибора составляет 1800 Вт. Полный чайник закипает примерно за 5 минут. Емкости в 1,7 литра хватит и для семейного завтрака, и для чаепития с гостями. Как и большинство моделей, прибор имеет защиту от перегрева и автоматически отключается при закипании. Для очистки чайника от накипи можно использовать раствор лимонной кислоты. Корпус лучше протирать мягкой влажной тканью без абразивных чистящих средств. Подведем итог. StarVent SKG-1053 доступный электрический чайник для дома, работы или дачи. У него стеклянная чаша, универсальный дизайн и объем 1,7 литра. Синяя подсветка добавляет устройству привлекательности.